Надеюсь, что вы сегодня покажете хорошие результаты. Те практические задачи, которые вы будете сегодня решать, они разработаны непосредственно специалистами IT-компаний, которые требуют, то есть вы увидите те требования, которые будут требовать работодатель после того, как вы окончите учебное заведение. Поэтому именно в нашей олимпиаде вы можете протестировать себя как практика, а не как теоретика. Ну, естественно, теорию тоже необходимо знать, иначе бы вы не приехали на финал, потому что вы прошли теоретический тур. Мы являемся партнерами, мы являемся давними и тесными партнерами, вместе работаем. Значит, да, те, кто пришел на конкурс, увидят сегодня задания, кто-то решает их. Я бы хотел обратить ваше внимание на то, что конкурс наш действительно не просто международный. Он вот сейчас, в это время, в Хабаровске люди сдают задания. Значит, имеете шанс встретиться со своими коллегами из всех отдаленных концов страны. Успехов! Хочу пожелать удачи при решении заданий. Задания у нас в этом году очень сложные, но максимально универсальные. Поэтому, если вы справитесь с этими заданиями, вы можете смело поступать на работу в любую IT-компанию, которая строит сети, проектирует сети. Сдаваться сразу. Попытайтесь хоть что-нибудь сделать. Thank you.
Три месяца длился самый масштабный студенческий проект на территории трех стран – России, Украины и Республики Казахстан. Все получили хорошие результаты. Я хочу с этим вас от души поздравить и пожелать, чтобы то, что вы получили здесь, вы дальше развивали и в своей студенческой, и в профессиональной жизни. То есть по-хорошему можно уже выходить на работу, решать практические задачи, в принципе, почти что на любом предприятии. Спасибо, всех поздравляю с завершением второго этапа. Спасибо большое.